снова начали узнавать в городе. И только один пример. Ну, во-первых, я использую каждый случай рассказать о всех наших, о наших талантливейших людях, даже гений. Среди них есть гений вот в этом списке. Вот изданы три книги: «Северный сад», «Садоводство тайны», «Записки», «Диски» и «Брошюры». Я все это подарил в библиотеке. Все это засняло абаканское телевидение. И там я, телевидение снимает, я перечислил, еще хочу. Почему? Когда-то должны, пока кто-то жив, нет Боднара, но есть сын, пусть расскажет про отца. Пусть сад покажет. Но должны этим заняться. Боднар, Бородич, Байкова. Вот. Единственный ученый, который именно участвовал напрямую в то, что называется Саяногорский феномен. Лучшие сады России, России, включая юг, на какой-то момент. Байкалов, абрикосы попали к нам. Бертяевский, Левицкий, Сошников, Жестовский, Защитина, Филиппов, Тоторов. Сколько могу о них рассказывать? Но они уже должны быть в учебниках. Это еще их сады, еще где-то что-то ухватить можно. Ухватить, понимаете, ухватить. Эх, увидел бы меня дядя Юрий Алексеевич Латинков. Ну, а почему меня начали узнавать в городе? Показали в новостях, как я дарю книги в Центральной библиотеке. Тут же, пару фотографий. Вот вся группа. Вот, отдельно подарил книгу ведущей, которую зовут Евгения. Вот. Только вышел сюжет, меня опять начали узнавать, как было много лет назад. И вот первый же, кто меня остановил, и вот мне это был подарок мне, лично мне подарок за то, что я терял время, я нервничал. Все было, это подготовка такая была солидная, съемка. Вот. Валерий Константинович, у меня ваша Жигулевская 40 ведер. А дальше говорит, у меня яблони, все погибли. Ну, кроме моего Жигулевского. И я тут же спросил, я говорю, какие приметы были? Ветки пожелтели. Все ясно. Бактериальный рак, название самопроизвольное. Нет такого бактериального рака. Есть рак грибковый, совершенно безобиднейшая вещь. Вот. И, к сожалению, вот так сложилось, что я просто похвастался. Не зря живу 40 ведер.